Тарифы на электроэнергию значительно вырастут со следующей недели. Южные и центральные потребители будут платить на 43% больше, а северные – на 20% с лишним. Новые расчеты содержатся в проектах решений Нацагентства по регулированию энергетики, которые рассмотрят на заседании 16 февраля. Согласно проекту решения НАРЭ, бытовые потребители, обслуживаемые Premier Energy, будут платить на 43% больше, то есть 2 лея 16 банов вместо лея 51 бана за киловатт-час, без учета НДС. В то же время потребителям с севера страны, обслуживаемым Фурнизария Энерджи и Электричи Норд, тариф предлагают поднять на более чем 20,5%, до 2 леев 46 банов без учета НДС вместо 2 леев 4 банов. Ранее глава НАРЭ Вячеслав Унтилы заявлял, что тарифы на электроэнергию будут повышаться в два этапа. Еще одно повышение цен ожидается после 1 апреля, когда будет подписан новый договор на поставку электроэнергии. С другой стороны, молдавская ГРЭС, которая сейчас поставляет электричество на правый берег Днестра, заявила, что будет участвовать в тендере с более высокими ценами. Понятно, что с ростом цены на газ должна вырасти электроэнергия. Причем вырасти кратно. Это тоже понятно совершенно. Но еще раз, поскольку мы в твердом контракте, мы в этом контракте, в этой логике, в этой цене идем до 31 марта. Вопрос о том, насколько поднимется электроэнергия и поднимется ли в принципе на следующий год, он пока открыт. По словам вице-премьера Андрея Спыну, новый тендер на закупку электроэнергии пройдет в феврале-марте. Сейчас электричество закупается на левом берегу Днестра по цене 53,5 цента за киловатт. Последний раз тарифы на электроэнергию корректировали в конце января 2021-го, снизив их на 10 с лишним процентов.